Коль, ну чем этот матч, в котором мы потеряли первые очки, отличался от, скажем, от предыдущих матчей в чемпионате, на твой взгляд? Игра была сложная. Во-первых, из-за погодных условий. Поле было очень тяжелое, вязкое. Вот. Мяч очень тяжел, получалось контролировать, застревал. Вот. Изначально выбрали тактику вторым номером играть, действовать на контратаках. Я думаю, у нас неплохо получалось. Вот. Острые атаки у нас получались. Вот. Повели 2-0. И как-то, видимо, где-то упустили какой-то нить игры, наверное, из своих рук. И дали забить первый гол. И соперник воспрял, нас поджал, получается, и додавили, забили на второй гол. Ну а потом в конце уже не смогли дожать, как бы исправить свою ошибку, что ведя 2-0, не завершить победой этот матч. Получается, разочарованно очень, что мы взяли 3 очка. Но будем работать дальше, надеюсь, в дальнейшем будем исправимся и победим в домашней игре.